гостей закончится. Она развивается по левому флангу. Следует передача уже в ближ штрафную площадь. И в штрафную площадь проникает Сокол. Первый удар по воротам и первый опасный момент. Свисток арбитра, подача в штрафную. Неплохая подача, но снова не хватает высоты, как и в случае с подачей Полякова. Второй темп этой атаки. Вот теперь низом пошла эта игра. И момент для удара есть у Сокола. И удар следует, заблокирован. Будет угловой. Демченко вводит мяч в игру, разыгрывает с партнером. Сам Демченко подает штрафную, и это уже поопаснее. Кули с этим самым мячом. Передача на левый фланг в штрафной площади. Игрок Сокола, еще одна передача. И совсем уж хотели обесценить игру защиты Факела в этой ситуации. Штрафной опасный, и удар следует. И совсем близко это было. Совсем близко. И Эдуард Чернавский показывает, что он тот еще футбольный пластилин, из которого можно лепить. Бурыкин в штрафную площадь. В некоторых ситуациях упуская мяч за пределы поля. А вот это неплохо уже в исполнении Факела. Поляков заброс в штрафную площадь. Обработка мяча. Седову не дают возможности пробить по мячу. И уже подача в штрафную площадь. Падение. Это падение никем не зафиксировано, только мы с вами его увидели. Удар по воротам, но этот удар также был не точен. Марин красиво, и Марин продолжает мячом владеть. Передача на Перчонка, принимает Перчонка. Хорошо известно, Демченко как раз во вратарскую мяч посылает. И Кортнев как-то не уверен, но все-таки накрывает мяч. Свисток арбитр, разбег Анисимова, удар по воротам. И Кортнев в красивом прыжке вылавливает этот мяч. С вами с мячом на левом фланге. И подача штрафную идет. И опасный момент не достигает дела. Демченко. Подача штрафную. Хорошая подача. И дело до удара может дойти. Марин бьет. Кортнев контролирует и будет угловой. Вот разыграли. И уже в позиционной атаке находится саратовская команда. Подача штрафную следует. И в последний момент спасает свою команду от опасного. Выбрасывать. Чернавский на Грузнова. Грузнов. И неплохая атака может получиться у Факела, но передача точно не вышла. Общий потенциал. Нет, все-таки будет подача штрафную. Это тоже очень интересно. Эта подача идет. И попытка ударить поворотом. Неплохо. Еще один удар. А вот теперь замена.